Владельцы этого имени гибки и дипломатичны. До мелочей продумывают каждое свое действие. Экстравагантность и отсутствие внимания к общественному мнению может ударить по репутации в будущем. Считается, что если в имени присутствует буква «С», то это признак властности и капризности. Они любят делать других людей счастливыми. Для таких личностей целью жизни становится борьба за справедливость и благополучие. Буква «С» в этом имени создает стремление к прочному положению и материальной обеспеченности. Звук «А» в имени человека внушает ему бодрость, придает силы для борьбы с трудностями. Из-за того, что они переживают, могут становиться филантропами. Активизирует воображение, имеет отличное логическое мышление, а в жизни привыкли добиваться всего трудолюбием и старанием. Владельцу этого имени следует более активно прислушиваться к другим людям. Необычная, богатая индивидуальность этих людей вызывает удивление и зависть, и вместе с тем является причиной обвинений в высокомерии, зазнайстве и стремлении достичь собственной цели, невзирая на мнение и чувства других людей. Значение буквы «Ф» говорит о потребности быть первым, блистать в высшем обществе, пользоваться всеми жизненными благами, всегда быть в центре внимания, но противоречивость характера мешает простодушному обладателю имени с буквы «Ф» осуществить и половину задуманного. Основная буква «А» в этом имени хорошо сочетается с другими звуками и не создает сложности в произношении, поэтому у владельца не составит труда найти много друзей. Просто иногда им лень найти новых друзей, так как они уверены, что по первому щелчку могут собрать большую компанию. Буква «А» в этом имени несет символ первооткрывателя. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.